GVC-55. Самый сложный, самый крутой GVC, выпущенный за всю историю фирмы. Кассетная стерео-радиомагнитола. Слушаем кассету. Запись с винила. На медленной музыке мы можем слышать, что отсутствует слышимая детонация. Она здесь 0,1%. Это очень хороший показатель для портативного аппарата. Скорость я точно настроил. Подстроил чуть-чуть азимут. Вымыл, вычистил. Коллекционный аппарат. Жил всю жизнь на северо-западе Москвы. С момента привезения. Родная наклейка. Все родное. Полностью оригинал. And you cut right through the surface like a knife. Save the moment as we travel down the road. Save the moment when you fall. Есть поиск по паузам. Сканирование музыкальное отображается на цветном жидкокристаллическом дисплее, так же как уровень записи и все остальное. Дисплей не выгорел, все символы работают. Состояние близкое к идеалу у аппарата 84 года. Функциями. Очень интересная и довольно качественная, несмотря на наличие реверса. Режим монитора отжимается и включается режим других входов. Сейчас это будет радио. Вы бы украсили бабочками и поставили в парке на этом уровне. Во штатами. Los más bellos, los más.
тебя люблю, как небо дождь. И не поменял на стиль даусики. Тут даже непонятно. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в ближайшие... Касса от вакцинации будут штрафовать. Идти в Москву нового главного тренера. Нибудь их состав и вам. С детства радио представляет. Есть плюс, а привод. В то же время телекормах. Аппарат четко, прекрасно ловит радио. У него множество настроек тюнера. Дальний, внешний прием, за исключением перекоррекции и перегрузки. Режим, естественно, моно, стерео. Короткие волны, довольно длительные, имеют протяженность. На 2 метров до 22. Средние волны, которые сейчас вырубили, и на которых нет ни хрена. Так что, если что, без радио останемся. Не дай бог. Оптимизировали все, что можно. Интересен режим работы эквалайзера. Здесь у нас 5 полос, 63 Гц. 250, 1 кГц, 4,16. Можно его выключить, сделать ровную частотную характеристику. И одним нажатием включить обратно, а также на запись использовать. Здесь поворотная, реверсивная. Сейчас включу фонарик. Мы видим. Крепление металлизированное, металлическое, скорее всего, силумин. Фирменная надпись GVC. Это у нас говорит о том, что фирма гордилась тем, что делала, давая свое имя везде, где только можно. Ну и качество этого аппарата, это, конечно, последний из Магикан. Дальше все стало пластиковое, а здесь колонки деревянные. Дальше все стало менее надежное, все стало хуже, проще, дешевле. Результат эволюции 20-летней существования кассеты, к тому времени было уже около 30 лет. Дальше все стало упрощаться. Это самый сложный, самый качественный аппарат GVC, на мой взгляд, из переносных. Включим кассетку еще раз. Протяжечка здесь, конечно, произведение искусства. Все работает, все кнопочки четко нажимаются. В отличие от Sony 900, где сделан шлейф, который вечно переламывается от частого выдвигания и задвигания крышки, здесь не стали заморачиваться крышками, а сделали на лицевой панели и сделали правильно. I
silhouettes of one in all.